Я не считаю себя каким-то философом или глубоким мыслителем. Я пишу о том, что чувствую, что понимаю, что люблю и о чем мечтаю. Мне кажется, что это близко и понятно еще какому-то количеству женщин, моим читательницам. Спасибо! Элла, да? Планируете ли вы написать автобиографический роман? Не знаю. Пока нет. Ну, просто я живу спокойной и счастливой жизнью. Я, конечно, надеюсь, что у меня в жизни еще будут яркие события. Ну, такие простые события. Свадьба дочери, рождение внука. Вот тогда может быть. Скажите, правда ли, что ваша собственная история похожа на сказку о Золушке? Да нет. Я не Золушка. Я просто счастливая женщина. Моя мама воспитывала меня одна, а в 17 лет мне удалось приехать в Москву и поступить на журфак. Я, как и все девчонки, мечтала встретить мужчину своей мечты, настоящего мужчину. А однажды меня попросили взять интервью у Антона Вавилова, предпринимателя. Так я и встретила своего принца. А вот, кстати, и он. Здравствуйте. С презентацией тебя, дорогая. Спасибо. Автограф дайте, пожалуйста. Ленок, ну я постараюсь приехать, но не обещаю. Красивая, да? Да, ничего. Спасибо тебе. Слушай, ну ладно, я уже сейчас должна кормить принца завтраком. Мы же идеальная пара. Так что давай позже тогда созвонимся. Ладно, все. Спасибо, целую. Давай, пока. Что это? Я хочу нормальной еды. Я хочу кофе. Ну, дорогой, но тебе нельзя кофе. Тебе врач запретил, а то давление опять повысится. Могу я в моем доме получить чашку кофе? Или не могу? Антон, подожди. Ты же ничего не съел. Потому что я это есть не хочу. Ты кого-то ждешь? Да никого я не жду. Помощница за мной заедет. Какая помощница? У меня одна помощница, Соня. А, Соня. Ну да, Соня. А ты что, ревнуешь? А что, надо? Ладно, я пошел. Давай. А ты таблетки принял? Принял я твои таблетки. Антон, только, пожалуйста, не опаздывай сегодня вечером, хорошо? Настя должна своего мальчика привести знакомиться. Я помню, хорошо помню. Ну, давай. Я тебя люблю. Я тоже. Ничего я не ревную. Мам, пока не знаю, когда смогу приехать. Но я же завтра в Питер улетаю на презентацию книги. Ну да, может быть, после. Да нет, Антон вряд ли сможет. У него, как всегда, дел по горло. Мам, ну что ты такое говоришь? У нас с Антоном все хорошо. Настя тоже в порядке. Знаешь, она как перевелась в свою академию искусств. Целыми днями пропадает теперь у себя в мастерской. Угу. Ну все, ладно, давай, целую, позвоню. Пока. Алло, Светик? Вы на месте? Ну хорошо, все, я тоже подъезжаю. Пока-пока. Девчонки,
Давайте еще раз за Элку. Давайте. Да. Ну, давай. Да, давай, дорогая, за тебя и за твою новую книжку еще раз. Спасибо, девочки. Давай. Спасибо. Счастливая ты, Элка. А знаешь почему? Ты же занимаешься любимым делом. Дочка умная. Начинается. Муж тоже. И ты за ним как за каменной стеной. И вообще ты счастливая. Ну что ты, ну, Свет, мы обычная семья. Мы счастливая семья. Ой. Ой, Свет. Ну ты распачься еще, а? Будет и на нашей улице праздник. Ты лучше расскажи, чем дальше будешь заниматься. Книжку новую писать? Пока не знаю еще. Я должна на пару дней слетать в Питер. У меня там презентация. Ну, вернусь. Там посмотрим. Подруга, а хочешь, я тебе сюжет подкину для нового романа? Ой, Ариша, знаю я твои сюжеты. Небось, опять закрутила новый роман с каким-нибудь горячим латиноамериканцем. Ой, девчонки, круче. Короче, он студент физвуза. Без двух курсов физрук. Совершеннолетний, молодец. А то. Ты что? Ты хочешь сказать, что ему 20? Да ты что? 21. 21. Нет, ну, Ариш, ты что, с ума сошла, что ли? Ну, ты же старше его на 17 лет. Не будь ханжой, а? Да при чем тут это? Ну, просто я, правда, я не представляю, о чем можно разговаривать с 20-летним мальчишкой. А мы не разговариваем. Нам и без разговоров есть чем заняться. Вот так вот. Ой, ладно, девчонки, мне пора. А что пора тебе? Нет, же, ну, еще мало посидели совсем. Все, давай. Не могу. Дело в том, что Настя сегодня приведет своего мальчика к нам домой знакомиться. Представляете, я могу скоро стать бабушкой. Представляем. А куда торопиться-то? Для себя поживи. Я и так живу для себя. Пока. Пока. Все лучше от дочери с мужем. Они вот и живут, а ты? Ну, они же есть моя жизнь. Ладно, все. Счастливо. Увидимся. Пока, Эл, да. За бабушку. Слушай, ты что, действительно дочь олигарха? Банкира. Ой, что-то я волнуюсь. Может, в следующий раз? Ерунда, ты, главное, на отца не реагируй. Он у меня немножко тиран. А с мамой проблем не будет. Она у меня адекватная, добрая. Кстати, на, вручишь. Ага. Слушай, ну, а костюм нельзя было надеть, да? Ну. Так, ладно, пошли. Ну, чем богато, тем и рады. И вообще, костюм у меня ставит. А? Перестань. Привет. Привет. Мама. Здрасте. Значит, вы моя будущая теща. Это вам. Артем. А на фотографии вы как-то помоложе выглядите. Мам. Да ничего, ничего. А знаете, вот это английская пословица. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует. А я в душе 18-летний. Вот так. Вы проходите, пожалуйста. Спасибо. Ну, пойдем. Так значит, вы отдохнуть месяцок собрались. А позвольте узнать, на какие деньги? Антон, это я купила путевки. Но вообще-то у Настеньки есть мужчина, с которым она живет. Разве не он должен ее обеспечивать? Я так понимаю, что своего жилья у вас нет, раз вы живете в Настиной квартире. Когда мама в Москву переехала, у нее тоже своего жилья не было. И вместо того, чтобы вкалывать как нормальный мужик,
ты преподаешь танцульки. Ну, вообще-то йогу. Пардон, йогу. Это там, где бабы ноги в разные стороны заворачивают. А сколько же вам лет, молодой человек? Какая тебе разница? Мне 40 лет. А что ж ты тогда сразу с пенсионером встречаться не стала? Ну, знаешь ли, ты маму тоже на 10 лет старше. Но не на 20! Тем более я на ней женился и всегда полностью ее содержал. И никогда за чужой счет отдыхать не ездил. Ну, знаешь ли, ты сегодня просто сам себя превзошел. Папа! Настя! Кто тебе дал право так людей унижать? Пошли, Артем. Артем, извините. Спасибо. Было очень вкусно. Я в своем доме и говорю все, что считаю нужным. И мне твои выкрутасы уже вот здесь, вот я сытый мой по горло. Либо ты возьмешься за ум и вернешься на экономический. И избавишься от этого великовозрастного нахлебника. Либо... Либо что? Больше ни копейки не получишь. Ну хорошо. Превосходно. Договорились. Только знаешь что? Ноги моей больше в этом доме не будет. Папочка! Антон, ну что ты, а? Ну зачем ты так? Настя! Подожди меня, пожалуйста! Настя! Настенька, подожди! Мам! И как ты только терпишь его тиранию, а? Ну, послушай. Ну, понимаешь, папа, он в последнее время очень плохо себя чувствует. Его все раздражает. Ну, пойми ты, он привык быть в форме. А по-моему, это не здоровье плохое, а характер отвратительный, мам. Настя, ну послушай. Ну, конечно, отец погорячился. Но, ты понимаешь, Артем, он намного старше тебя. И мне тоже показалось, что он тобой пользуется. И ты туда же, а? Настя, ну поверь мне. Вот ты пишешь про любовь к книге, а у меня к нему такая любовь. Да, я его люблю. Все, мам, мне пора. До свидания. Ну и родственнички. Поехали. Видишь, до чего довело твое попустительское воспитание? Ты всегда и потакал. Я категорически был против, чтобы она уходила с экономического. А кто меня услышал? Ты проплатил ей обучение в Академии искусств. Я не хотел, чтобы она жила отдельно. Ты купила ей квартиру. Вот результат. Зятек нахлебник, который старше Насти на 20 лет. Что прикажешь мне со всем этим делать? Прежде всего успокоиться. Тебе нельзя нервничать. Ну, ты думаешь, я в восторге от того, что зять старше на 20 лет. На, выпей таблетки. Да пей ты сама свои таблетки. Господи, Антон. Антош, ну давай не будем ссориться, а? Я тоже считаю, что он не пара Насти. Ты прав. Я всегда прав. Ну, ничего же страшного не случилось. Она же пока не выходит за него замуж. Еще не хватало. Я поговорю с ней. Все будет хорошо, вот увидишь. Я уже вижу. Антош.
Я завтра уезжаю в Питер. Я буду скучать. Я тоже. Извини, был трудный день. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А я еще поработаю. Все прошло просто великолепно. Угу. Да. Ну, знаешь, в Питере хорошо, а дома лучше. Я решила на денек пораньше вернуться. Не знаю, что-то соскучилась. Хочу Антону сюрприз сделать. Угу. Да. Так, кстати, о сюрпризах. Я тебе тоже, между прочим, подарочек в Питере купила. Ну, уверена, что понравится. Когда приеду... Мамуль, пока не знаю. Пока, наверное, не получается. Ну, может быть, к праздникам? Хорошо. Ладно, все, давай, целую. Пока. Не помешала? С 20-летием счастливой супружеской жизни, дорогой. Элла. Извини, что на неделю раньше поздравляю. Элла, давай вести себя как цивилизованные люди. Давай. А ты встала и исчезла из моего дома. Из моей жизни быстро. Ты что, оглохла? Или, может быть, тебе помочь? Если кто и должен отсюда уйти, так это ты! Что? Я с тобой развожусь. Что ты такое говоришь? Что ты на меня смотришь? Ты сделала из меня старика. Я пью эти таблетки, ем эту грёбаную кашу. А я мужчина, понимаешь? Я хочу быть мужчиной, а не стариком. Антон! Убирайся! Что ты такое говоришь, Антон? Ты больше ни копейки от меня не получишь. Все, слышишь, все. Весь свой бизнес и этот дом я завещаю Соне. Тем более, что она ждет от меня ребенка.
Элла, ты? Мамочка. Господи, ты же сказала, что ты не приедешь. Что случилось? Вот, вот такой финал после 20 лет. Мамочка, можно я у тебя поживу какое-то время? Нет, Элла. Я считаю, что это будет неправильно. О, ты что, тоже меня выгоняешь? Ты сегодня же должна вернуться к мужу. Он не может тебя выгнать. Это твой дом, и это твой муж. Мамочка, тот мне изменил в нашей спальне, а потом выставил меня из дома, как собачонку, на глазах у собственной любовницы, которая, к тому же, еще от него беременна. Как ты после всего этого хочешь, чтобы я туда вернулась? Послушай, дочка. Он мужик, кобель. Да все они такие. А тут еще седина в бороду, без ребро. Да покрутится он с этой молоденькой и успокоится. А ты тут, рядом. У них будет ребенок. Ну и что? Алименты еще никто не отменял. Мамочка, ты меня не понимаешь? Да нет, это ты не понимаешь. За мужа нужно бороться, а ты сбегаешь при первой измене. Ты на себя в зеркало ты посмотри, не девочка уже. Второй раз замуж можешь не выйти. Так что делай, что я тебе говорю. Ладно. Спасибо за гостеприимство, мама. Пожалуйста. Спасибо, солнышко. Антош, ты что, правда ей ничего не дашь? Мне кажется, это как-то нехорошо. Милая моя девочка. Элла всю жизнь была домохозяйкой. И то не справилась с этой ролью. Испортила дочь. Писательство было лишь хобби, которое я же и финансировал. Я не считаю, что что-то ей должен. Это она должна быть мне благодарна. А ты не боишься, что она подаст на тебя в суд? Мой адвокат позаботится, чтобы Элле остался лишь прожиточный минимум. Так это правда? То, что ты сказал? Насчет чего? Насчет завещания, что ты перепишешь его на меня. Правда, правда. Как же я тебя люблю. Планы изменились. Да и жизнь тоже. А что случилось-то? И
Я мужа застала с любовницей, и он меня из дома выгнал. Так, спокойствие, только спокойствие. Давай, раздевайся. Чай выпьем, ты мне все расскажешь. Мне бы сейчас чего покрепче. Найдем, найдем. Да. Вот так, Ленка. Я теперь вообще не знаю, как дальше жить. Я вообще не думала. В 40 лет начинать жизнь с белого листа. Я, конечно, знала, что все мужики козлы. Но чтобы до такой степени. Мой бывший тоже не подарок был. Бросил нас, когда кульки еще 5 не было. Ну, хорошо, хоть квартирку оставила. На, съешь мандаринку. Спасибо. Ладно. Чего мы все с тобой о грустном, о грустном? Ты сама-то как? Да нормально. Только скучно. А помнишь фильм этот «День сурка»? Вот и у меня так же. Работа, дом, дом, работа, работа, дом. Одна радость. Колька, сын из армии, вернулся. Колька? Ну? Твой Колька? Ну? Да ладно, из армии! Сейчас же его когда последний раз видела, он еще вот таким пацаном был. Да сейчас такую детину вымахал. Я сама опешила, когда увидела. Сейчас, сейчас, смотри. О, вот, вот. Ну-ка, ну. Вот, Колька, мой сын. Это Колька. Слушай, как же дети быстро растут. А давай за детей. А давай. Давай. Так. Непорядок. Предлагаю продолжить анестезироваться в клубе. А не староваты мы с тобой для клуба? Я тебя умоляю. Это провинция, детка. А чё? Ну что, поехали? А, поехали. Просто мы сядем спокойно, поговорим. Но только надо переодеться. Отлично. Уберите, сказал. Да что тебе надо? Скажи еще, что это твоя тёлка. Тут тебя тёлка, это моя мама. Это мой сын. Это наш сын, ты понял? Ты понял? Привет! Тебе тоже понятно? Ничего себе мода пошла с мамками по клубешникам бегать. Давайте, давайте, проваливайте, эй. Давай, вали отсюда. Ты вали, давай, ты тоже вали. Валите вообще все отсюда, валите. Понятно вам? Тётя, ну что ж вы? Эвочка, познакомься. Это мой сын, моя гордость. А вот мои старости, сын. Да ладно, слушай, господи, как ты вымахал! Слушай, Ленка, а ты уверена, что тебя сына в армии не подменили? Я уже ничем не уверена, не спать хочется!
Пойдемте. Аккуратно, аккуратно. Сейчас. Ой, тихонечко, подожди. Раз. Ой, стойте побыстрее. Давай, я сейчас отвезу и приеду. Сынок! Чуть нет, да? Машка, привет! Я с вами! Мам, гуянь! Лучше потом... Потом... Бац! И застаешь мужа с девкой. В супружеской постели. Не, ну ты представляешь, а? Я вообще не знаю, я туда захожу. А она на моем месте вот так вот лежит, ну это... По-твоему, как? Это вообще нормально? Нет, не нормально. Вот и я тоже так думаю, что это вообще нет. Это ни в каких даже книгах такого вообще. А знаешь, Коленька, как я себя чувствовала в тот момент, а? Как? А знаешь, так вот... Вот как дура! А я так всю жизнь вот так к нему, как дура. Антошенька, тебе таблеточку пора выпить. Антошенька, я тебе кашку сварила, ты покушай, Антошенька, ты много не пей, у тебя давление поднимется. А он... Бац! И к другой. Нет, ну... Коленька, вот скажи мне, пожалуйста, ну ты мне вот как другу, пожалуйста, скажи, ну посмотри, я вообще как, а? Или уже никак? По мне так идеально. Вот еще пила поменьше бы был вообще. Да ты что, Коля, я вообще не пью. Само собой. Ты что? Я никогда вообще не пью, только вот... Нет, вообще я пью. Ну только чуть-чуть, знаешь, пью. Это когда меня муж, он из дома выставляет. Вот так вот. Спокойной ночи, Тетяна. Тетя, давайте. Пойдемте. Сынок, мы что, приехали? Приехали, мам, приехали. Пойдем. Все, аккуратно, тетя. Аккуратно. Опа! Хоп. Простите за тряску. Сынок! Здравствуйте, дядя Саш! Вот так. Ой. Мама за мной. Пить надо меньше. Ленка, это ты. Слушай, а мы где? Тебя, что ли? Где? У меня, конечно. Как мы сюда попали? Как? Я сама пришла. Ой. А тебя Колька принес. На руках. Что значит принес? Ну, а срубилась вчера подруга в машине. Хватили мы с тобой лишку. Господи. Ой. Ой, слушай, какой кошмар. Позор-то какой. Да не переживай. Ужас, теперь твой сын будет считать меня алкоголичкой. Ой,
Да не беспокойся, Колька, у меня мировой парень. Пойдем. Ой, водички с лимоном сделаю. Мама. Мама. Привет, девчонки. Не кричи так. Голова раскалывается. А ты чего не на работе? Так я вон вас пришел проведать. Как вы тут? Коль, ты меня прости, пожалуйста, за вчерашнее. Мне так стыдно. Ты знаешь, со мной это первый раз такое. Да все в порядке, да? Девчонки, вы вчера двигались просто сумасшедшим образом. Так, ну, без лекарства тут не обойтись, да? Я запью. Ну, тебе я знаю. Тебе сколько? А чего это ты тетя Эля тыкаешь, а? Какая у меня тетя-то? После вчерашнего практически женаты. А что вчера? Вчера, Элла, я перенес тебя на руках через порог своего собственного дома. А для тебя это пустой звук. Давайте крепиться, я сейчас. Вот видишь, какая польза от детей, когда им больше 18. Слушай, он у тебя всегда такой веселый. Ну, почти. Колька хороший. Сама удивляюсь, как в одиночку удалось такого мужика вырастить. И за ним, как за каменной стеной. Да, я заметила. А чем он занимается? Учится, работает? Да на двух работах пашет. На стройке и еще таксистом подрабатывает. Деньги копит. Хочет в Москву в архитектурный поступать. Ну почему? По-моему, это хорошая профессия. Да кому в нашей глуши архитекторы нужны? Шел бы лучше на юридический. Там хоть деньги. Ты-то хоть что собираешься делать дальше? Ой, пока не знаю. Мне тоже надо с работой разобраться. Начну писать новую книгу. Мне, кстати, нужно в издательство позвонить. То есть как? Больше не заключим договор? Что значит не проплатили? Вы хотите сказать, что вы держались за меня не как за автора книг, а за деньги моего мужа, который оплачивал их издание? Ну что? Что там еще? Теперь я еще и безработная. Издательство не станет заключать со мной договор на новую книгу, потому что Антон больше не даст им на это денег. Эл. Господи, а я-то думала, что я хорошая писательница. А оказывается, без Антона я никто. Так, не выдумывай. Да плюнь ты на этого козла, издателя. Да напиши новую книжку и отдай в другое издательство. А напиши про другого козла, про твоего мужа. Я уверена, будет бестселлер, во! Не хочу, не хочу ничего. Все рухнуло в один день, и я оказалась не только бездарной женой, но и бездарной писательницей. А все твои читатели вот абсолютно тупые. Не выдумывай. Значит так, сейчас тебе нужно прогуляться. К сожалению, я с тобой пойти не смогу. Тетрадок проверить кучу надо. Коль! Коль, составишь тебе телекомпанию? Чтобы она одна по городу не бродила. Че сидим? Пошли! Я давно не гуляла по городу. Да, вот так приезжаю к маме, но как-то все бегом-бегом. И времени на прогулки не остается. А ведь у меня здесь очень много любимых мест. Представляешь, вот там вот был мой детский сад, где я первый раз влюбился. Ну, мне было лет 5, ему тоже.
Но я очень хорошо помню, как у меня забилось сердце. И сколько продлился этот роман? Да нет, романа не было. Мы просто подрались из-за лопатки и нас развели по домам. А у меня вот что-то сердце никогда не зашкаливало. У тебя же есть девушка. Маша, да. Она мне нравится, но я сомневаюсь, что это любовь. Так а зачем вы встречаетесь? Почему нет? Ну, я не собираюсь ждать ту единственную. Может быть, я ее встречу уже, когда буду древним-древним стариком. А ты что, с первого взгляда влюбилась в своего мужа? Нет. Вначале была симпатия, восхищение, благодарность, привычка, а потом уже любовь. И до сих пор любишь? Да. Нет. Слушай, я не знаю. Я знаю только то, что мне очень больно и обидно. Так, стой. А я думаю другое. Я знаю, что когда становится чуточку грустно, нужно обязательно что-нибудь есть. Подожди, сейчас. Большое за такой прекрасный день. Я, честно говоря, уже даже не помню, как я так веселилась. Ну, во-первых, можем повторить его в любой момент. А во-вторых, я сам не помню, когда я так интересно проводил время. Знаешь, ты не только красивая, ты еще и умная. Опа. И что теперь делать? Да ничего, я так просто... Твоя мама говорила, что ты собираешься поступать в архитектурный. Тоже отговаривать меня будешь? Нет, ты что? По-моему, это прекрасно, когда человек знает, что он хочет. Ты обязательно должен это сделать. Спасибо за поддержку. Пожалуйста. Мама, пришли! Лет! Ну, вы даете. Вам на улице мороза мало, вы еще сюда принесли. Это не мороз, это привет из детства. Элка, какой у тебя румянец. Похоже, вы отлично провели время. Да. Надо было мне с вами идти. Опять я все самое интересное пропустила. Кстати, сын, тебе Машка звонила. Она тебя потеряла. О, телефон сдох. Где зарядка? На кухне. Лен. Какой у тебя сын? Замечательный. Да, я знаю. Мам, я уже не маленькая девочка, чтобы ты меня так отчитывала. К Антону я не вернусь. Слушай, давай потом поговорим, а? Я не хочу опять с тобой ссориться. Все, давай, пока. Доброе утро.
Эва, что он что, не нравится, что ли? Смотрите, вот, вот. Культурист, культурист. Начинающий. Иди уже. Слушай, я и подумать не мог, что москвички так хорошо умеют готовить. Ну, вообще, москвички много что хорошо умеют делать. Лен, иди завтракать. Иду. Эл, я тут подумала, раз ты с мамой так общий язык и не нашла, живи-ка ты у нас. Колька вон все равно целыми днями на работе. Или у Машки. Мам, я ем. А я одна кукую. Мам, дело говорит. А нам с тобой веселее будет. Спасибо, Лен. Да брось ты, Эл. Живи, ни о чем не думай. Не, ну ты сама подумай, ну. Ну какой юбилей? Во-первых, у меня завал по работе. А во-вторых, 40 лет не отмечают. Плохая примета. Ты вот отметила, и что? К чему все это привело? Ну, ты и так не замужем, чего тебе бояться? А да мало ли. А вдруг? Вот встречу на старости лет какого-нибудь мужичка. Мам, что заладила, а? На старости лет. Вон у меня приятель на работе, Валерка, женится. Так у нее невеста на 5 лет старше тебя, между прочим. Угу. А приятель, небось, полтинник. Что полтинник? Сколько? 32? Не, ну ты слышала? Им что, ровесниц не хватает? Ну, с ровесницами, наверное, не так интересно. Я вообще за то, что твой день рождения надо отмечать. Я тоже. Гостей позовем, отметим. Ну, правда. Всю организацию я беру на себя. Ты к плите даже не подойдешь. М? Ну вот, и я там тоже чем-нибудь могу. В магазин там сходить, продукты купить. М? Соглашайся. Ну. Ладно. Гулять так гулять. Я открою. Коля, следи за руками. Опа! Я их достала, Коленька! Коленька, 2 билета на Оксану Ткач! А ты не верил, что я их достану? А я их достала последняя перед носом подружки. Ну, так что собирайся, сегодня мы идем на концерт. Мама, ну мы сегодня в кино же собирались, премьера. Ты нормальный кино? Ты нормальный человек? Какое кино? Потом в интернете свой фильм посмотришь, нечего деньги тратить. И вообще, я на твоих фильмах засыпаю. Так что давай. Ой, Маня, твоя Оксана Ткач такая... Что, попса? Так у тебя все попса, слишком умный. Ну, Коля, ну, Колюня. Коля, ну, пожалуйста. Ты же знаешь, ты моя любимая певица. Ну, пожалуйста, ради меня. Коля, все, Коля, все, Коля. Все. Иду переодеваться, на. Давай. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуй. Ой, это... Ой, это Оксана Ткач, она просто... Просто офигительно! У нее еще вот такая песня есть, вы наверняка слышали. Мы будем вместе, ты и я. Не поймешь. Может, чаю? А, спасибо. Я всегда плачу, когда эту песню слышу. Да это не она поет, а ее фонограмма. Ну и что? А Коля попсу на дух не переносит. Ничего страшного. Потерпит ради меня разок. Коля говорит, что вы писательница. Это правда? Правда. А писатели много зарабатывают? Ну, в общем, нормально, если, конечно, печатают. Не слишком ли много вопросов? Ну, а что такого? Я, можно сказать, первый раз живого писателя вижу. А вы долго собираетесь у Коли жить? Пока не знаю. А вы оставайтесь навсегда. Нет, правда, что в той Москве делать? Ничего хорошего в той Москве нет. А у нас маленький город, все друг друга знают. Живешь как нормальный человек, а в Москве кому ты нужен? Это правда. Вот! Мань, ну что ты несешь-то? Ну, ты там была хоть раз-то, а? А зачем? У меня телевизор есть.
А сам-то ты что? Сам в Москве был один раз на день открытых своих дверей. И что? Много ты там Москву увидел? Москва, Маша, это необузданная громадина, до которой нам еще жить и жить. Там столько народу. И им все время что-то надо, им что-то хотят, куда-то бегут, что-то добиваются. Вот именно. В Москве жить хочется, вот именно. Но ты там никому не нужен. В Москве я как понимаю, главное что? Уметь крутиться, да? Правильно? А ты у меня крутиться не умеешь, а здесь ты мне нужен. Ну ладно, мы побежим, нам еще нужно в обувной перед концертом забежать. А, спасибо за чай, Светлена. Угу. Пока. Все, давай, одевайся. Ну как тебе сапожки? Что? Не очень, да? Ну мне тоже. А вот эти Эллы сапоги видел? Не обратил внимания, сапоги как сапоги. Да ладно, ничего ты не понимаешь. Наверняка дизайнерская вещь. Стоит, небось, целое состояние. Интересно, чего ее муж бросил? Потому что кретин. Я вообще не понимаю, как такую женщину можно бросить. Какую такую? Какую? Умную, красивую, шикарную. Шикарную? Да ты чего? Она же тебе в матери годится. Хотя, не спорю, выглядит она классно. Но это пластика, наверное. Маш! Ну что, Маш? У них это нормально, они все так делают. Пошли в книжный, зайдем, я себе альбом по архитектуре куплю. Лучше он мне сапожки купил. Коля! Мне эта Машка поперек горла сидит. Хозяйка себя уже возомнила. А ты заметила? Вот она же о Кольке совсем не беспокоится. Вот лишь бы ей одной хорошо было. А давно они встречаются? Да месяца три, как Колька из армии пришел. Ой, они ж в одном классе учились. Она ему письма в армию писала. Настырная она эта, Машка. Ну, она же его из армии дождалась. Значит, любит. Такую верность надо ценить. Да я тебя умоляю. Какая любовь и верность? С ее стороны это вот один расчет, лишь бы замуж выскочить. А с его гормоны и секс. Ай. А Машка и рада стараться. Вот точно знает, что мужику надо. Господи, только бы не залетела. Тогда прощай, Колькина учеба. Уже совестливый, женится, попадет в кабалу в 20 лет, в 20 лет. Ленка, ты ревнуешь? Да ревную. Я не для какой-то там Машки сына растила. Он может тебе получше найти. Да я Машку насквозь вижу. А Колька ее не любит. Ай, да ладно. Давай сменим тему. Что там твоя Настена про все это думает? Пока ничего. Она же отдыхать уехала, так что пребывает в счастливом неведении. Ну, в крайнем случае, у тебя угол в Москве есть? Ну, ты же дочке квартиру купила. Нет. Я не хочу мешать Насте. Я сейчас немножко в себя приду, устроюсь на работу, я сниму какую-нибудь квартирку. Да не надо ничего снимать. Живи у меня сколько хочешь. Спасибо, Лен. Ты даже не представляешь, что для меня сейчас значит твоя поддержка. Ты знаешь, я такой обманутой себя чувствую. Причем не можем о жизни. Знаешь, раньше думала, что в 40 лет я точно буду знать, как надо жить. А сейчас поняла, вот мне 40, а я чувствую себя, как была 20-летней девочкой, только постарела. Господи, как бы я хотела все сделать по-другому. Да ладно, ты чего? Мы с тобой еще. Ого-го. Давай, ешь. Ешь.
Ничего себе. Коль! Коль! Иди сюда. Чё? Смотри, что нашла. Да. Нет, ты посмотри, сколько понаписала. И откуда она столько слов взяла? Ужас. Ты что-нибудь из этого читал? Нет. Аня, хорошо. Живешь такой шикарной писательницей. Под одной крышей я сам ни одной строчки не прочел. А еще называешь себя культурным человеком. Знаешь, ты права. Держи, пожалуйста. Коль, ты чего? Я пошутила. А я нет. Коль! Коля! Вы это все брать будете? И вот эти. Ты что, с ума сошел? Ты что, с этой макулатурой на концерт потащишь? Зачем? Я в машине оставлю. Оно тебе надо. Надо. И пакет. Хорошо. Напугал. Привет. Я не думала, что ты так рано вернешься. А что, концерт так быстро закончился? Угу, не успев начаться. О, Маша, наверное, расстроилась. Очень. А я вот нет. Чай будешь? Давай. О. О чем задумалась? О своей маме. Что-то мы последнее время с ней совсем не ладим. Мамы. Мамы, они такие. Они хотят как лучше. Другой вопрос, что они под этим лучше понимают. Вот моя, например, бредит идея, чтобы я учился на юрфаке. Я совершенно этого не хочу. Я знаю. Ты о другом мечтаешь. Понимаешь. А знаешь, ты еще в детстве такие красивые домики рисовал. Всегда три окна, труба, и дым из нее такой кудрявый. Было дело. Вы в этом очень с моей Настей схожи. Она тоже с ума сходила от рисования. Она вообще все разрисовывала. Все обои дома разрисовала. Она разрисовывала все, что ей попадалось под руку. Антон ругался страшно. А мне нравилось. Это вообще здорово, когда человек занимается любимым делом. А иначе... Это не жизнь. А вы с Машей собрались пожениться? Я нет. Всем привет! О, хозяйка, привет. А ты что не сказал? Я бы тебя отвез. Я ж не знала, что ты сегодня дома ночуешь. С Машкой, что ли, поссорились? Да-да, в твоих мечтах. О чем хоть болтали? О жизни, о любви. Нашел родственную душу. Умный парень. Что есть, то есть. Эллочка, я так рада, что он с тобой общается. Может быть, после общения с умной, интересной собеседницей он поймет, что Машка пустышка и бросит эту выдергу. Ленка, ты неисправима. Ну, по-моему, она нормальная девушка. Угу. Нормальная. Я же говорю, хищница! Ну, не знаю. Лен, сложно в школе работать? Да нет, не сложно. Хотя самое хулиганье – это шестиклашки. Пацаны, они такое вытворяют? Ты не представляешь. Ой, пацаны, пацаны. Лен, как же здорово, что у тебя сын. И что ты воспитала его настоящим мужчиной. Ты знаешь, мы когда с ним гуляли, я поняла, что ты имела в виду, когда сказала, что ты за ним как за каменной стеной.
Счастливая ты, Ленка. Да. Да. Спасибо тебе. Давай спать. Мне завтра рано на работу. Угу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Побежала на кормщик моего болтуса. Угу. Дрыхнет еще. Видно, допоздна зачиталась твоей книжкой. Моей? Твоей. Все, я побежала. Доброе утро. Доброе. Пока. Пока. Что, не выспался? Да, всю ночь читал твою книжку. Ну и как? Омлет не очень, колбасы нет просто. Я про книжку. А, интересно, мне понравилось. Ты героиню себя писал? Ну, почему так решил? Ну, вы похожи по характеру. Читается такое ощущение, что это ты говоришь. Но я же все-таки автор. То есть она — это ты? Ну, зачем тебе это знать? Ну, затем, что именно с такой женщиной я бы хотел прожить всю свою жизнь. Нормашка. Я открою. Мириться пришла. Господи, что это со мной? Тетя Эл, давайте я быстренько пробегусь. Кофе мне возьми. Хорошо? Кофе. Маш, ты знаешь, я другой пью. Этот слишком дорогой. Угу. А, ребят, у меня есть деньги, я если что добавлю. Спасибо, я сам стану заплатить. Коль, прости, я не хотела тебя обидеть. Все в порядке. Не, вы видели? Вообще не считается с моим мнением. Коля! Коля! Ты ешь, ешь здесь очень вкусный суп. Угу. Да, очень вкусно. Обожаю ходить по магазинам. А я вот терпеть не могу. Что-то ты в последнее время все терпеть не можешь, что мне нравится. Похоже на то. Нормально. Ты бы хоть спасибо сказал. Я все-таки полдня с тобой пробегала, тебе помогала. Я тебя об этом не просил. Эгоист. Пусти! Только о себе и думаешь. Провожать не надо. Извини. Ничего. Ничего. Просто она молоденькая еще очень. Она не знает, что с мужчиной лучше во всем соглашаться и поддерживать его. Тогда он горы свернет. А ты всегда поддерживал Антона? Да, старалась. Как героиня своих книг, ты давала больше, чем получала взамен. Но не будем об этом. Почему мы не будем? Просто не надо меня сравнивать с героинями моих книг. В книгах все иначе. Там все немного красивее, а я просто женщина.
То есть ты обманываешь своих читателей? Мне кажется, что я дарю надежду. Им и себе. Ясно. Леночка, ты же знаешь, как мы все тебя любим. Очень любим. Любим, любим. Любим, и любим. Мы все желаем тебе здоровья, да. Благополучия и настоящего женского счастья. А это от нас. Спасибо. От нас всех. Да ладно, вы, девочки, спасибо. Ура. Спасибо, Леночка, чем могли? Чем могли? Чем могли, Леночка? С днём рождения! С днём рождения, мам! А горячий чай забыли. Лен, да ты хоть на своем дне рождения можешь посидеть спокойно? Я сейчас принесу. Салатик подай. Спасибо, подружка. Что бы я без тебя делала? Между первой и второй перерывчик небольшой. Да, 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 правильно. Сладкий. Да, 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 правильно. За красивую, умную, сногсшибательную женщину. Спасибо. Красавица моя, за тебя. За тебя, моя хорошая. Мужчины пьют стоя. Славик. Да, давайте. Мужчины пьют. Мужчины, сядь. Ладно. Послушай, Маша. Угощайтесь, угощайтесь. Прихожу вчера в 8 класс. Начинаем. Николай, а ты чего не пьешь, а компания не поддерживаешь? Работа, работа. Да брось ты. Бери пример, ты никак не напьешься. Предлагаю всем выпить. Славик, у тебя завтра совещание. Славик. Мужики, пойдем на кухню. Пускай эти балаболки потрещат. Пойдем покурим, Коля. Вот это правильно. Сынок, ты что, куришь? Я? Нет. Молодец, я тоже. Да ладно, все, ешь. Гена, у тебя печень. Славик. Мы ненадолго. Ну, зараза. Так, девочки, только давайте. Только о школе. Давайте о наших. За нас. Давайте. 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 Настоящего нам женского счастья. Ура! Ура! Давай мне. Ну, по коньячку. Спасибо, я сама. Оля. Вот это баба. Такое не каждый день встретишь. А это о ком? Я? Я об Элле. Что ты на меня смотришь? Я видел, как ты ее весь вечер глазами ел. Ярослав, глупости говорить, она мамина подруга. Ну, почему глупость? Что значит глупость? Я вон в 10 классе в математицу был влюблен по уши. Мужики, вы видели, какая? Понимаешь, дурак был. Дурак, что так и не решился подкатить к ней на выпускном. Да. До сих пор жалею. Дурак. Нет. Нам больше. Так что ты не смущайся, не смущайся. Она разведена. Вот ей сейчас как раз мужик нужен, так что давай, дерзай. Дядя Слава, да тебя сам, а? Не надо стесняться, понимаешь? За такую дамочку стоит побороться. Да. Послушай совет бывалых. Нужно сразу брать быка за рога. Папа это любит, понял? Если отошьет, там в шутку превратит, там... Тили-дили, драли-вали. Да, если нет, то все, ты парень дамы, как понял. И запомни, главное в этом деле – натиск и напор. Нет, напор и натиск. Ну или давай. Нет, нет и нет. Счастье женское не в браке. Да что ты? Не в браке. Ой. Мы с Генкой живем. Ну, после того, как он мне рога наставил с соседкой. Да тише ты. Да ладно. Все в курсе. О-о-о.
живем, как чужие люди. Нет, секс есть, но не тот. Отвоевала мужика. А толку? Зато не одна. Да ладно. Вот Ирка у нас счастливая. Славик с нее пылинки сдувает. Так а почему бы ему с меня их не сдувать? Ой, мы же с ним поженились, когда оба в здравом уме были. 35 лет. Я вам так скажу, подруги. Замуж с мозгами выходить надо. Ну что влюбленность? Ну что влюбленность? Была и испарилась. А мужик останется. Да. Ну, за нас, девчонки. Давай, давай, ну. Ну, давай. За нас. За нас. За нас. Да, за женское счастье. Оль, а ты что загрустила? Так. Гуляй, подруга. Давайте за нас. Ну. Эх ты. Ой. Ой. Девочки, у меня однажды курортный роман был. Две счастливых недели. Сумасшедшей любви. Ну да. Все бы отдала, чтобы эти дни вернуть. Жизнь-то проходит. А в памяти только яркие моменты остаются. А их-то было всего две недели. Ой. Хватит! Хватит сырость разводить! Давайте выпьем. Да, Олечка. Ну ты. А вы что думаете? Хорошо сиди. За нас. Ну что трещотки, натрещались? Ай, девчонки, а давайте потанцуем. А давай. Легко. Я за. А где у вас пульт диджея? Николай? Николай? Включи музычку там. Позвольте. Ну, Ген. Танцуем. Знаешь, все равно, что делать. Да-да, я тебя приглашаю. Плохо растоптал все мои мечты. И твои слова теперь не всерьез. Я воспринимаю совсем без грез. И твои слова теперь не всерьез. Я воспринимаю совсем без грез. Сколько их было у тебя? Сколько их будет и потом? Не обманывай меня, ты мне не нужен с этим багажом. Сколько их было у тебя? Сколько их будет и потом? Не обманывай меня, ты мне не нужен с этим багажом. Знаешь, все равно, что делаешь ты. Ох, и растоптал ты все мои мечты. И твои слова теперь не всерьез. Я воспринимаю совсем без грез. И твои слова теперь не всерьез. Я воспринимаю совсем без грез. Разреши? Ты что, с ума сошел? Никогда, слышишь? Никогда больше этого не делай. Маш! Да? Поехали к тебе, а? Поехали. Все, спасибо. До свидания. Пожалуйста, до свидания. Ой, и мне дверь. Постой. То и что? А их сегодня нет. Они уехали. Ты чего? Маш, что ты встречаешься? Ты же знаешь, что я не люблю. Зато я тебя люблю. И никому тебя не отдам.
Пошли. Эл, между нами никогда не было тайн и недомолвок, поэтому я буду говорить прямо. Тебе что, праздник не понравился? Нет, праздник не понравился. Мне не нравится, какими глазами смотрит на тебя Коля. Что? На Машку он никогда так не смотрел. Эл, давай без обид. Ты ни в чем не виновата, но я прошу тебя уехать. Конечно. Я завтра же уеду. Спасибо. Еще раз прости. Мам, это я. Привет. Привет. А где Элла? Элла вернулась к матери, они вчера помирились. А ты почему мне врешь? Я вру. Да, ты врешь. Да потому что вы с Эллой выжили из ума. Ты сейчас о чем? О том, какими глазами ты на нее смотрел. Ты думаешь, я слепая или дура? Я взрослый человек, я сам разберусь. Какими глазами, на кого мне смотреть? Был бы взрослый, не делал бы глупостей. Да она тебе в матери годится! Но она мне не мать. Стой, ты куда пошел? Коля! Я надеялась, что ты вернешься в Москву. Постараешься спасти свой брак. Мам, там уже нечего спасать. Почитай. Эта Мымра, любовница твоего Антона, потеряла ребенка. Бог все-таки есть. Зачем ты так? Это все равно ничего не изменит. Нет, это изменит. Их уже ничего не связывает. А ты его законная жена. Вы прожили с ним 20 лет. В конце концов, прояви женскую мудрость. Позвони ему, пожалей, посочувствуй. Но от тебя не убудет. Дочка, я не хочу тебе зла. Я просто не хочу, чтобы ты на старости лет осталась одна, как я. Мам, я больше не люблю Антона, я... Да я тебе не о любви говорю, а об одиночестве. Ты еще не понимаешь, как это страшно остаться одной. Ты, конечно, взрослая и поступаешь, как считаешь нужным. Но лучше послушай, мать. Мам, ты куда? На рынок. Да, кстати, забыла. Должен прийти сантехник. Кран вот течет. Так что проследи, раз уж осталось. Хорошо. Но я сегодня уеду. А вот это правильно. Что-то уехала. Ты за вчерашнего поцелуя? Да. Просто ты запутался. Это ты запуталась. А я влюбился. Я тебя люблю. Что ты говоришь? Я в два раза старше тебя. Ты сын моей лучшей подруги. Пожалуйста, уходи. Да. Но вчера-то ты ответила на поцелуй, правильно? Это произошло случайно. Я вообще не понимала, что я делаю. Коля, ты очень хороший, но...
Что, вот это тоже случайность была, ну? Коль, нам нельзя. Можно. Галочка, да, я кошелек забыла, ты представляешь? Ищу, смотрю, хожу, да. Вы сантехник? А почему без инструментов? Ой, слушай, нашла! На кухне был, да. Ты жди меня, жди, на остановке. И что, ты теперь здесь останешься? Нет. Чего, Москву поедешь? Нет. А чего? Есть одна идея. Ты меня подвезешь? Да, конечно. Интересно. Давай сумку. Ого. Да. Это мой бывший муж. Подарил моей матери. Она всегда мечтала о таком доме. И вот теперь это ее гордость. Это видно. Что-то холодно. А дрова есть? Да. Сейчас все будет. Первое время хватит. Зайди в дом, простудишься. Я бы без тебя не справилась. А теперь тут стало так хорошо, уютно. Только, наверное, тебе уже пора ехать. Надо же еще до дома добраться. Поеду. Я останусь здесь, с тобой. Как? Так.